Всем привет, друзья! Вы на канале ДТВ. У нас сегодня пришел Kiwi Smart TV. 40 дюймов телевизор, 4К, HDR, качество изображения. С супер поддержкой, 3 года гарантии. Итак, привезли нам из Москвы за 2 дня до Санкт-Петербурга. Видите, из Томилина. Так, давайте мы посмотрим, что за модель. Итак, импортер почему-то Беларусь. А, ну здесь Украина, Казахстан. Так, модель у нас 40U600KD. Значит, чем она отличается от той модели, которую у нас до этого мы делали обзор? Значит, здесь оперативная память 2 гигабайта, и это модель 2020 года. Так, остальные все параметры, в принципе, схожи. И единственное, что здесь пульт поддержкой голосом. То есть можно, видите, с помощью кнопки. Там в той модели не было у нас. Хотя тоже 40, он там назывался 600. U600, только не КД, там другая буква была. Итак, давайте мы сейчас развернем. Посмотрим. То же самое там. 102 сантиметра, соответственно, Smart TV. Итак, поехали, давайте мы его сейчас распакуем. Друзья, будем вешать телевизор Kiwi на такой кронштейн. Очень легко крепится. Эта штука на заднюю панель она крепится. И, соответственно, уже навешивается. Крепятся эти штуки вот на такие болты. Такой болтик небольшой. Вот эти штучки. И вот так вот навешивается. Итак, выставляем наш кронштейн здесь. Вот. И давайте мы их закрутим сейчас такими болтиками. И повесим наш телевизор уже на стену. Здесь эти нормально встал. Так. Так. Здесь почему-то болт не до конца. Вот нижняя часть болтается. Не знаю почему, здесь походу длина болта немножко другая нужна. Но она никуда не денется, у нас хорошо стоит. Так что оставляем. Итак, подключаем сетевой кабель. Вот сюда. И, друзья, пойдемте вешать.
Итак, давайте произведем первое включение. Телевизор загружается. Выбираем язык. Кстати, пульт здесь поприятнее, чем на том телевизоре. Так, Россия. Россия. Москва. Так, Wi-Fi. Сейчас уже найти наш Wi-Fi. Да, это наш Wi-Fi. Итак, режим работы дом. Это я быстро все пропускаю. Принять. Так. И начать использовать телевизор, потому что у меня здесь антенны нет, ее и не будет. То есть я буду тут работать всегда через интернет, у меня все будет рабочее. Так, давайте мы посмотрим. Значит, Google Play. Я вам покажу. Здесь практически полноценно. Если чего-то нет, здесь через устанавливать уже, настраивать уже, соответственно. Ой, устанавливайте через USB-шку, да, какую-нибудь, можете включить, или жесткий диск. Вот модель наша. Так, давайте я сейчас настроим и вернем. Итак, мы все настроили. Давайте нажмем кнопочку. Да, напоминаю, здесь, кстати, Android 9.0. В предыдущем телевизоре Android 7.0 был. Так. Ну вот мы зашли наконец-то в Google Marketplace. Вот. Можно, кстати, в игры играть даже здесь. Давайте я покажу. Rainbow. Есть. И, кстати, подключается к этому телевизору через Bluetooth хорошо джойстик. И можно играть в Asphalt 8 и в Asphalt 9. Джойстик, сейчас я вам покажу, какой подойдет. Вот такой джойстик подойдет. Тоже на Алиэкспрессе. Ссылочку я поставлю в описании. Есть. Это самый недорогой и самый хороший джойстик на Bluetooth. Так, загружается. Сейчас попробуем включить в 4К какое-нибудь видео. Сначала сейчас я вам игру покажу. Ну, это только вначале так все долго, потом все это... Вам же не надо будет по 10 раз Google Play устанавливать. Вот так запускаем игру. Итак, вот он, пульт, и поехали с вами. Да, вот так вот.
короче, вот так в таком виде. Здесь у нас все понятно. Все, давайте мы с вами выйдем из игры. Итак, поехали. YouTube. И давайте сейчас мы проверим, как у нас работает микрофон. Так, ладно, давайте канал ДТВ включим. И посмотрим, как у нас 4К здесь что работает. Вот PH метр мы снимали недавно. Ну, давайте посмотрим, как это. Открываем упаковочку. Вот такой у нас пришел PH метр. Я его купил, по-моему, за 400 рублей. Начало. Можно, видите, перемотать начало там. Включить. Всем привет, друзья! Вы на канале ДТВ. И сегодня у нас на распаковочке PH метр. Итак, давайте мы раскроем упаковочку. Вот такой у нас пришел PH метр. Я его купил, по-моему, за 400 рублей. Для измерения кислотности воды. Щелочная среда, либо кислотная. Значит, я сразу говорю, что данный PH метр. В общем, давайте подводить итоги. Телевизор очень хороший. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока, друзья. Эй, Google. Как дела? Ни хера, блядь. Эй, Google. Включи в 4К природу. Эй, Google. Эй, Google, включи 4К. Блядь, такая. Эй, Google, 4К, включи природу. Блядь, быстро. Непонятно, как это работает. Ну, еще раз давайте. Эй, Google, включи 4К, сука, блядь. Google. Google.